Все случилось внезапно. Никто этого не ждал. Были обречены. Выжившие отчаянно пытались спастись. Может, у нас и был шанс на мир. Но отчаяние и доверие – плохие союзники. Так началась тысячелетняя война. Века бесконечных сражений. Величайшие воины в истории этого мира. Причины их распри канули в лету. И все же они пытаются увидеть проблески надежды на мир. Они увидят. Ибо я Аполлеон. Вестница войны. Много лет назад великие полководцы Железного легиона прогнали викингов и самураев с земель Эшфилда. Рыцари были гордым и сильным народом. Никто не осмелился бросить нам вызов. Потом, подобно чуме, обрушился мир. Полководцы остались в прошлом, люди стали слабыми и податливыми. Когда викинги вновь начали набеги, Железный легион не был готов к этому. Эшфилд погрузился в хаос. Но и викинги были лишь бледной тенью грозных воинов, которых мы некогда знали. А самураи годами не покидали Майр. Сейчас в Эшфилде появилась новая сила. Легион Черного Камня. Рыцари. Настоящие воины. Те, кто не разучился понимать разницу между хищником и добычей. Наша задача — вернуть все в мире на круги своя. Мы начнем эпоху волков.
Я Аполеон, предводитель легиона Черного Камня. В тот год я отправила одного из своих командиров, Холдена Кросса, чтобы покарать предателя. Но на его пути встал страж. Стражей много, но этот оказался особенным. Стражи, рыцари ордена, обратившегося в прах. Защитники слабых. Меч — их верный друг. Имена предков забыты, но стражи все еще в строю. Единицы достойны вступить в их ряды. В тот день я понял, что служу не тому командиру. Эрви Добни. Защитить стены! Нас атаковал легион Черного Камня. Их вел Холден Кросс. Выходите! Добни! Чему сопротивляться? Не пускать их к стенам! Милорд! Таран в ход! Таран в ход! Готовьте луки! Стреляйте! Но я страж. Это был мой долг. Я должен идти. Войско врага наступало с востока. Они лезут на стены! Всем назад! Итог битвы зависит от места сражения. Ворот, гор, стен. Исход боя известен заранее. Подмога в пути. Я должен был продержаться. Победа или смерть!
Защитить крепость! Вперед! Падение святилища Эшфилда. С тех пор прошло столько времени. За Железный Легион сражалось много рыцарей. Лев — символ Королевского Легиона, некогда мощной армии. Мы оказались сильнее. Вот на что нам меч, ясно? Катапульта еще заряжена. Конец этой битве.
Они не заслужили смерти. Сразись со мной! Не трусь! Что? С тобой? Не к чести мне биться с таким слабаком! Сразись с моим воином. Ты! Ты пойдешь в бой за меня! Ну что ж... Если бы отказал, все бы погибли. Тоже страж. Был стражем. Недурно. Сражался не за честь Добни. Мы все еще были в их власти. Не к лицу рыцарю легиона Черного Камня погибать от руки простого наемника. Ниц. За храбрость и честную службу я, Холден Кросс, готов принять тебя в Легион Черного Камня.
дело сделано. Идем. Вот так я и стал воином Легиона. Этот страж оказался достойным воином, но впереди еще много дел. Викинги собирались уничтожить последнее святилище Железного Легиона в Эшфилде. Легион Черного Камня спасет его. Есть много легионов. Железный Легион – величайший из них. Но в Эшфилде его армия была в шаге от разгрома. Главе войска Стоуну не хватало людей. Кросс отправил меня. Эй, ты! Где подкрепление? Здесь. Мы погибнем. Открывайте! Веди нас в страх! Удачи! Битву мы проиграли. Но я мог все изменить. Давил нас на флангах. Если мы убьем этих викингов, то сможем занять. Захватим фланги. Здесь мы сможем собраться с силами. Захватить гарнизон.
Нужно занять ключевые позиции. Отличная позиция для лучников. Нужно захватить гарнизон. Захватим фланг. Убьем викингов и займем позиции стрелков. Еще чуть-чуть. Последний рывок до победы. Убить всех до единого! Стоун был завоевателем. Лучшим из всех, что я знал. Ég klára þennan!
врага! Вот так-так. Славно, славно. Хотя я и сам бы справился, но